Итак, всем привет! И тут у нас редкий прототип музыкального плеера iPod Classic появился в продаже на eBay в эти выходные. Устройство предлагается пользователям под ником The Apple Guru с отличной репутацией и отзывами от разных пользователей. Лот выставлен на продажу по цене $100,000. Плеер в необычном корпусе помечен гравировкой P95DVT, что является внутренним названием устройства на момент разработки. Другой занимательной деталью является нетипичная печатная плата красного цвета. Цитирую самого продавца. «Представляю к продаже невероятно редкий iPod. Я никогда даже раньше не встречал такой прототип iPod первого поколения. Он обладает фантастической формой и находится в идеальном рабочем состоянии, несмотря на возраст и статус прототипа. Кроме того, внутри установлена красная печатная плата. iPod все еще держит заряд и выполняет все заявленные функции. Это ваш шанс получить собственный кусочек истории, не просто истории Apple, а вообще часть современной истории. Отнести плеер к какому-то конкретному поколению довольно трудно. Модельный номер M8541 и 2001 год на корпусе намекают на принадлежность первому поколению. Однако на печатной плате хорошо замечен отпечаток с обозначением 2002 года, характерного для второго поколения. Версию прототипа подтверждает и то, что серийный номер iPod не пробивается на сайте Apple для проверки устройств. Судя по всему, перед нами промежуточный вариант, бывший в разработке и тестировании между жизненными циклами двух поколений. Это не первый случай, когда Apple Guru продает прототипы устройств компании Apple. Ранее у него в продаже обнаруживались прототипы планшета iPad первого поколения, а также наушников-вкладышей.